поздравляем с Спасибо. Победой. Отлично начали календарный год, наверное. Что скажете вы по матчу? Ну да, главное, что выиграли, потому что нужна нам была победа. С начала сезона, считай, только-только, это, считай, первый тур, когда у нас вся команда в сборе. Поэтому хорошо, что начали с победы. Надеюсь, будем дальше двигаться по возрастающей. Если по матчу, что из элементов вот самое сложное СК показалось, чем больше всего пришлось бороться сегодня в вашей команде? Честно, пока мы боремся сами с собой. Каникулы, может быть, небольшие сказались, так хорошо. Были какой-то отдых у вас новогодний на игре? Нет, какой отдых? Мы 30-го закончили, 4-го игра. Какой отдых? Нет, один день. 5 партий на тайбрейке. Вот за счет чего удалось все-таки победить вашей команде сегодня? Да, на самом деле, там один брейк все решил. По сути, ровный игра. Последний вопрос, если... Что АСК пока больше всего вот за счет чего получилось у них 2 партии выиграть у вас? Ну, мне кажется, что в третьей партии болельщики прям их погнали, и ну правда было атмосферно, и они у них получалось. Я думаю, что третью партию спасибо фанатам АСК за продолжение волейбола. Спасибо, Сергей.